Друзья, добрый день! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня мы отправляемся в Тринидад, водопады. Будем смотреть экскурсионную программу. Это экскурсионная программа, которую мы делаем самостоятельно. Мы ее заказывали у наших знакомых. Стоит она, машина, 250 евро. Такая же программа двухдневная у оператора Тестура или Анекса. Она стоит от 150 евро за 2 дня. Но мы не хотим тратить 2 дня на эту программу, мы хотим за день уложиться. Поэтому, если кто-то хочет тоже по ускоренной программе эту программу, пожалуйста, пишите, оставляйте заявки, я буду рад вам помочь. Отель Белла Коста, сейчас 6:30, континентальный завтрак можно покушать. Давайте посмотрим, что континентальный завтрак есть в отеле. Йогурты, булочки. В принципе, наверное, даже все то же самое, что и на обычный завтрак. Ола. Ну, яичницу, судя по всему, еще не готовят. Омлет. Немножечко я опоздал. Вот на такой машине мы отправляемся в путешествие с вами. Смотрите, да? Сейчас покажу вам салон. Вот наши ребята. Привет, Леш. Привет, ребята. Это наши гиды, которые нас будут вести. Мне интересно будет нам сегодня, конечно. Да, потому что да вы еще поедешь работать. Ты просто едешь, чтобы узнать, как будет. Ну, поскольку мы только два человека. Друзья, у нас первая остановка. Мы остановились в совхозе. Это самый большой совхоз на Кубе. Здесь выращивают картошку, помидоры, манго. Короче, все, что здесь есть, все, что здесь можно купить, и то, что они кушают, выращивают здесь. Я попрошу вас написать в комментариях, как называется совхоз. Название очень простое. Я думаю, кто жил в Советском Союзе, сразу же сможет угадать. То есть подсказка вам такая. Вот он, этот совхоз. Ну, мы тут на окраине просто остановились. Я сейчас зайду, покажу вам немножко его. Вот, смотрите, да? Солнышко светит. Ребята, вот смотрите, какой у нас Шевроле. Это Шевроле 48-го года. И название его Шевроле Flatline. Иди, сними, сними. Flatline написано, вижу, да. Вот смотрите, какой он красавец. Вон там написано. Вон. Я не знаю, как для кого, но для меня Куба и на Кубе находиться как дома. И как дома в Советском Союзе. То есть здесь все так просто. Магазины и полки пустые. Ну, люди добрые. Ну, вот реально, как попал в Советский Союз назад на там, 30 лет, когда еще он был в своем рассвете. И сделали очередную остановку
название города я не знаю, не скажу вам, небольшой такой поселок, деревушка на кофе паузу. Я вам сейчас покажу, как выглядит кофейня современная на Кубе. Вот мой компаньон уже пьет кофе, а вот кофейня. Видите, современный кофеаппарат. Вот такие кружечки. Кофеаппарат. А кофе отличный. Держите сюда, ваше здоровье. Отличный кофе, хотя место такое неприметное, но очень колоритное, очень вкусное. Сандро, как тебе? Вот этаж, Леша занимается кофе, он говорит, что классный. Чашка очень крутая. Здорово, кафе, как будто мой. Наш гид Адольфа, у него очень интересное имя, нам вот такие сигары, покажи, Леш. Это местные сигары, которые курят местные кубинцы, они стоят за 25 штук, сколько? 2 кубка. То есть 2 евро за 25 штук. Ну, то, что мы покупали, например, по 4, по 6 евро за штуку, понимаете, да, можно купить целый блок. Ну, нам покажут, где их можно купить, какая у них цена. Леша их покурит, расскажет, как они. Вечером. Сидели руками. Вот, смотрите, какая. Ее крутят тоже руками, эту сигарету. Ну, и как-то так вот ее курят. Ну, они говорят, что дым не надо затягивать в легкие, просто в рот набираешь и выдыхаешь. Ее можно несколько раз курить. Я попросил сделать остановку, увидел какие-то интересные деревья. Мне стало интересно, что это. Смотрите, вот маленькие такие деревца. Леша там уже их смотрит. И у меня за спиной большие такие. Как вы думаете, что это? Сейчас пойдем посмотрим их поближе. Так, прорываемся. На что это похоже, ребят, как думаете? Мы проезжали плантации сахарного тростника, проезжали плантации риса. Вот эти деревья, которые здесь маленькие, растут. Я не знаю, наш гид шутник, Адольф, конечно, Адольфа. Но он говорит, что, ребята, здесь змеи ядовитых как таковых нету, но есть большие змеи, которые просто целиком людей едят, ну, типа анаконды. Ну и также здесь есть скорпионы ядовитые и пауки ядовитые, поэтому он говорит, вот здесь вот надо быть аккуратнее, что, ну, реально могут быть. В районе Кариб еще водятся крокодилы в свободном доступе, они просто в болотах живут, поэтому там аккуратнее по болотам гуляйте. Друзья, вам интересно, сколько стоит топливо на Кубе? Мы остановились на заправке. Сейчас я вам покажу магазин на заправке. Значит, по ценам, вот спросил у местного, он меня сориентировал. У них, значит, 83, это для мотоциклов специально, он стоит 80 копеек, 80 центов, куков, соответственно, 91 кук стоит. 94-й, это специальная, 1.20, и дизель, 1 кук, дизель, и дизель вот там заправляется, он стоит 1 кук. Оля? Да. Так, что у нас можно в заправке купить? Столичная водка, 15.95. Гавана, ром. Гавана клуб, майонез. Ну, здесь выбор. Даже есть что можно прикупить. Пиво. Где? Россия. Белоруссия. Супы. Ну, это вот все. Все, что есть. Ага, а топливо вот, давайте посмотрим. Так. 95-е топливо, это специально для экскурсионных автобусов.
Местные ездят в основном на 90-м бензине или на 83-м мотоциклы. Ну и дизели я вам показал. Я попросил остановить на Карибском побережье, чтобы показать вам, чем отличается море, вернее, ну здесь Карибский бассейн, от Атлантического. Вот давайте перейдем. Вот это уже Карибский пляж. Мы находимся на другой стороне острова. Местная архитектура, видите, какие домики. Они, в принципе, везде такие. Друзья, добро пожаловать в Тринидад. Мы с вами сейчас въезжаем в город и будем смотреть его достопримечательности. Айда за мной! Дороги в Тринидаде. Мы добрались до Тринидада. Здесь город, ему уже 400-500 лет. Один из самых хорошо сохранившихся городов на Кубе. Именно исторически считается, что это жемчужина, которую обязательно нужно посетить, посмотреть. Здесь вот дороги из камня мы ехали, там трясет. Город свое развитие получил, когда сахарный тростник добывался, и за счет этого развился. И до сих пор город сохраняется в прежнем виде за счет того, что он нанесен в Всемирный фонд ЮНЕСКО, и его не разрешают перестраивать и что-то делать. Ты Морган. Вот недалеко отсюда есть порт Хасильда. Это был первый место на Кубе, где оттуда начали торговать рабов. Прямо. Это уже запрещено было. Ну, уже да, уже в 1890 году уже. Акитесори. Короче, он 1609. Слушай, Канчанчера. Это самый знаменитый бар, ресторан. Самый знаменитый бар в Тринидаде. Здесь делают коктейль. Возможно, мы его сейчас попробуем. Еще коктейль состоит. Смотрите, как прикольно обозначение в туалете сделано. Мужской? Женский. В этом доме жил богатый человек. Он в 1610 году этот дом построил. Он до сих пор такой, как был, так и остался. И он придумал коктейль. Коктейль состоял из меда, лимона, рома, рыба и воды. Сними это, как называется, Канчанчера. Да, я уже снял это. Дом, музей теперь получается. Здесь вы можете попробовать этот коктейль. Стоит он примерно 3 куха, 3 евро. Поэтому, если будете, обязательно зайдите и попробуйте. Бар. Подается он в таких вот кружках. Вы не видите?